Сегодня в Якутске прощаются с известным поэтом, прозаиком, лауреатом государственной премии имени Аюнского, членом Союза писателей Советского Союза и Республики Рафаэлем Дмитриевичем Ермолаевым Бакатайским. В литературе он оставил яркий и глубокий след в качестве писателя и поэта совершенно разных жанров. Яркая сатира, глубокая лирика, историческая драма. Жизнь и творчество поэта навсегда останутся в истории республики и страны. Его путь – пример доблестного служения своему делу. Поэт будет похоронен завтра на своей родине в селе Маарук Мигино-Кангаласского района.